Доброе и вечное, рассказанное через куклу. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С», с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня люди, которые каждый день слышат звонкий детский смех и видят их сияющие глаза. Театр «Лукоморья», друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Лев Митрофанов, Екатерина Баженова, Павел Дзятин, Алена Беляева. Здрасте еще раз. Здрасте. Здрасте. Не могу не спросить, прям вот сразу, вот, Катерин, вижу, что вы пришли с другом. Расскажите, кто это, что это и вообще. Я знаю, что его еще никто не видел, да, кроме нас? Нет, никто не видел, кроме вас. Это мой друг, и имя ему Домби. Он немножко стесняется, поэтому он сегодня не будет ничего говорить. Все, Домби, все нормально. Все, дружим, дружим. Почему? Это из-за готовящейся премьеры, правильно, персонаж? Да, следующий спектакль будет у нас как раз с этим персонажем. Как сживаются актеры и куклы, потому что я знаю, что это должны быть какие-то особенные взаимоотношения. Алён, так это у вас? Да, конечно, они помогают нам, мы помогаем им, они выражают все, что мы хотим сказать, просто выражают они с помощью них. Лев Николаевич, а есть такой момент, что вы как творческий, идейный руководитель всей этой прекрасной истории под названием «Лукоморье», вы понимаете, что вот этому актеру лучше вот с этой куклой работать, другому вот с другой. То есть какая-то есть взаимосвязь, наверное, душевная, да, что вы как режиссер, вы понимаете, кто с чем справится, кому, кому будет сложнее или кому будет проще? Ну, конечно, конечно. В любом театре, хотя на сегодняшний день во многих драматических театрах актеры универсальны. Миронов играет, Евгений Миронов играет и злодеев, и Гамлета, и другие персонажи. Но, тем не менее, все-таки при распределении ролей, говорят, 90% успеха спектакля заключается от распределения ролей. Конечно, все-таки какой-то актер, ну, больше... Я не знаю, в нем больше, если хотите, черт предполагаемого персонажа. Угу. Вот так вот. Хотя это, что ли, не абсолютно. Ну вот, Катерине, почему вот дали вот, вот этого Домби? Он вот мальчик мужского вроде пола, Катя вот девочка такая красивая. Ну, во-первых, это клоун. Это уже мальчик или девочка тут особого значения не имеет, клоун. Ну, потом, ну, я говорю, вот есть какие-то человеческие качества актера, которые помогут в создании этого образа. Все-таки это главное. Дай бог, будет очень интересно. Паш, да. Такой момент, вот девочки играют в куклы с детства, да, мальчики все больше в машинке, там что-то. У вас все-таки, ну, не игра в куклы, ну, в кавычках назовем, это ваша профессия. Как для мужчины этот вопрос проистекает, да? То есть, если девочкам более привычно с детства все-таки с куклой свою жизнь соединять, а мужчине как? Хорошо? Да. Все хорошо? Ну да, конечно. Все даже очень хорошо. Ну, это еще началось с поступления в институт. Я же поступил на курс не драматический, а кукольный. То есть изначально это была цель, да, вашего поступления? На кукольный? Да. Я поступал на драматический факультет, а поступил на кукольный. Ну, то есть случайно абсолютно это произошло. Вот. И ну, там меня уже привили любовь к кукле. Ну, я полюбил куклу. Где-то после второго курса, наверное, я уже понял. То есть не сразу пришла любовь? Любовь нет, кукле не сразу. Хотя мастер нам много раз говорил, что кукла, она смотрится намного выигрышнее, чем живой артист. То есть куклой заинтересовать зрителя гораздо более легче, чем самому, допустим, что там сыграть. Но стоит оговориться только об одном, что кукла – это, как у скрипача, инструмент скрипка, и у актера-кукловода, виртуоза, я имею в виду, тоже инструмент кукла. В любых руках, без какого-то навыка, без какой-то практики, кукла, ведь чудо иногда говорят, чудо кукольного театра в том, что кукла оживает, а оживает она только потому, что она ведет себя пластически, как ведет себя живой человек. Это не значит вот так беспорядочно ручонками трясти, беспорядочно вот что-то вот так вот он двигался.
Это ни на что не похоже. А когда кукла ведет себя вполне естественно, при каких-то обстоятельствах, я не знаю, с какими-то оправдательными мотивировками, вот тогда она и оживает, потому что она становится похожа на человека. Вот и Павел, наверное, сейчас вот сможет продемонстрировать на простейших. С удовольствием, да. Паша, расскажите, что это у вас в руках, потому что вот пока, да, и для меня это просто поролон, правильно? Это, для меня это тоже просто поролон. Вот пока это для нас, для всех поролон. И сейчас произойдет, да, это маленькое чудо, ну, и, думаю, да. И это будет не просто поролон. Это Павел Детятин, друзья, актер театра «Лукоморье». Слушайте, это этюд самостоятельно придуманный или это срежиссированная какая-то поставленная история? Самостоятельно. Вот они сами просто вот так вот хулиганят в хорошем смысле этого слова? Ну да, да, у нас такая цель – набрать, а потом из этого сделать спектакль. То есть, возможно, в будущем это, да, какой-то фрагмент будущего спектакля? Ну, из этой формы можно собрать и иметь полноформатный спектакль в такой форме.
Здорово, слушайте. Хочу вот что спросить. Вот смотрите, спектакли, которые, ну, так скажем, взрослые, да, они идут около 3 часов, с антрактом, да, там много достаточно времени уделяется. А спектакли кукольные, они короче, они рассчитаны на более младшего зрителя, наверное, или это, ну, такая форма, да, за короткое достаточно время вы умудряетесь показать все то, что... хотели показать, что называется. Это труднее за такой короткий промежуток времени сделать? Это большая насыщенность какая-то? Это больше, больше информационный какой-то посыл? Или не задумывались об этом? Да нет, тут все, конечно, исходит... Да, возраст имеет значение. Например, просто так по детской психологии маленькие они выдерживают столько времени внимания побольше. Да, это, конечно, имеет значение. Вот у нас, например... последняя премьера под названием «Бука». Это «Плохой заяц» там. Вот. Этот спектакль у нас идет, ну, правда, он имеет элементы интерактива, игры с детьми, но он идет тоже, ни много ни мало, тоже 55 минут. Это рассчитано однозначно для 4-5-6-летнего возраста. Но не младше 4, потому что... Ну, чтобы концентрировали внимание побольше. Да. Ну, это, ну, вот по опыту мы уже много спектаклей сыграли, выпустили его в прошлом году. Детишки выдерживают, высиживают. Не то, что высиживают, запросто смотрят этот спектакль 55 минут. Хотя, казалось бы, для таких 4-5 лет это много. Ну, наверное... Это, конечно, это исключительно за счет актеров, насколько они могут заинтересовать. А, допустим, есть спектакль, который мы позиционируем «Дети от 10 лет», потому что этот спектакль называется «Военная тайна Гайдара». Ну вот давайте о «Военной тайне» чуть вернемся позже. Сейчас предлагаю посмотреть фрагмент спектакля «Бука», как раз о котором говорили, и продолжим наше обсуждение. Смотрим. А
спектакли разные. Вот, да, начали с вами говорить о том, что есть какие-то более веселые, более для детей, а есть более серьезная какая-то направленность. Это как раз то, о чем начали говорить, «Военная тайна». Да, «Военная тайна». Как возникла, как родилась эта история? Ну, это так-то к 70-летию войны позапрошлом году. Что и почему-то, значит, лучше, чем давнишние сказки Гайдара «Военная тайна». Написана она великолепно. Вот пал выбор на нее, хотя есть «Петрушка на войне», еще там есть про Теркина, значит, какие-то спектакли в исполнении кукольных театров. Мы остановились на «Военной тайне». Вот он образовался у нас в двух отделениях общей сложностью 80 минут с антрактом мы играем. Ну и дети, конечно, там 4-5 лет, что ли, смотреть будет неинтересно по информационному ряду, по затрагиваемым темам. Ну, они темам. Еще не начали учиться в школе, никаких, да, нет, дело не в этом, Марьян. Дело в том, что там в этом спектакле звучат стихи Высоцкого. Ага. Звучит композиция британской группы Pink Floyd. Вот так даже. Русские народные песни. Ну да, средства, потом средства сценической там, сценографии, средства света. Все это уже рассчитано на более искушенного зрителя. Да и даже, я бы сказал, и на родителя. Ну и давайте, чтобы не быть голословными, да, тоже посмотрим фрагмент спектакля «Военная тайна», и есть еще что обсудить. Начало спектакля вот как раз. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Он снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота, и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд таких в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. Слушайте, ну это не очень похоже на кукольный театр, да? Это какой-то большой взрослый театр посредством... «Военная тайна»-то? Да, посредством куклы. Ну, получился так спектакль. Мы всех героев, особенно мальчиши, вот там заканчивает сказку Гайдара-то, поставили на высоком бугре большой красный флаг, плывут пароходы, привет мальчишу. Проплывают, пролетают летчики, пройдут пионеры, салют мальчишу. Я помню, в те давние-давние годы, когда я был такой же, вот, как они, в областном театре кукол, да, вот, когда, салют мальчишу, и все в зрительном зале, нас пионеры настоящие вставали и делали вот такую честь, отдавали. Ну, сейчас это у нас, во-первых, не звучит эта фраза, но дело не в этом. Все равно война, во все времена война, это вдовы, это слезы, это сироты и так далее, и так далее.
Приходите, нас... друзья, в театр Лукоморья на как минимум две последние премьеры. Это «Бука» и «Военная тайна». Ален, не могу тоже не спросить, у вас в руках прекрасная какая-то кукла. Прекрасная. С какой целью эта гостья к нам пришла? А эта гостья, она встречает гостей, встречает ребятишек у нас перед спектаклем. Сидит она не одна, у нее большая компания кукол с ней сидит. И у ребят, которые к нам приходят перед спектаклем, есть прекрасная возможность поиграть, повеселиться, познакомиться и с нашими куклами, и между собой. Поэтому налаживается такое хорошее, доброе общение между ними и атмосфера, конечно, которая нам очень нужна для спектакля потом. Вы всех своих вот героев, всех помните, которые побывали в ваших руках, всех любите? Ну, у нас на самом деле руки-то еще молодые, поэтому в них побывало не так много героев. И, конечно, каждый запомнился. Каждого любишь. А как? А без этого тогда ну, вот контакт не получится. Не расстается. Катя, да. Уже сколько дней или уже сколько недель, Катя, не расстаетесь? Немножко. Все, мы недавно начали. Но если она вот так вот часто, то как же его забудешь? Как же? Он просто лентяй, ему постоянно нужно работать. Поэтому я его всегда с собой беру. Ну, то, что он тоже с тобой делится чем-то. Не однажды. А вот применительно, может быть, к военной тайне. Я помню закулисные наши разговоры. Даже к Буке вы оговаривались, что особенного. Да, хочется понять, потому что, ну, вот мы там взрослые, понятно, мы привыкли к определенному уже театру, взрослому, да, там ходим, получаем свою какую-то информацию, свои эмоции. Но любой же театр, каждый театр и каждый спектакль, он несет в себе что-то очень ценное и важное, о чем не все знают. Это нужно прийти и увидеть, и тогда почувствовать. Да, я вот почему-то последнее время мне часто доводится слышать слово «концепция». Не буду говорить, где, ну так вот прям, что ни шаг, то концепция. Я не называю это концепцией, но цель вот немаловажная, не самое главное, потому что много проблем, много целей, и чтобы куклы хорошо работали, чтобы их сделали хорошо, и спектакль, чтобы они не повторялись, это тоже надо суметь. Угу. А вот немаловажное... По опыту других театров, я знаю, родители приходят в театр, запускают своих детей в зрительный зал, сами остаются в фойе, раньше с семечками, сейчас вот с этим. И все. И спектакль идет, детеныш выходит, понравилось, и пошли, усвоясь. Мне хочется, вот, и мы пытаемся это... Коротко, минутка остается. ...делать. Чтобы и родителям было интересно, буквально вот на этом спектакле «Бука», и родителям интересно, мы рассчитывали, то есть внешний сюжет элементарный для детей 4-5 лет, но этот сюжет смотрят и родители. И мы закладываем не нарочито так, не впрямую, но и им интересно, они тоже выносят для себя что-то. То есть вызов вовлеченность, да, чтобы родители вместе с детьми и потом было что обсудить. За да, то, чтобы да. это совместно было. Идеально, просмотр. Да. Были вместе, было. И отсюда элементарно появляется общение ребенка с детем после этого события. Общайтесь, дорогие друзья, со своими детьми. Приходите в театр Лукоморья. Они вас ждут. Давайте ходить на прекрасный спектакль со зрителями. Прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи.